Всем привет! Вы на моем канале Милан Ван. Сегодня мы рассмотрим отборочный матч чемпионата Европы, где встречаются сборная Австрии и сборная Польши. Скорее всего, эти команды разыграют между собой первое и второе место. В прошлом цикле сборная Польши на чемпионате мира вышла с первого места, а Австрия заняла только четвертое и не попала на большой турнир. У Польши есть такие звезды. Это Левандовский, Милик и Шесны, которые играют в топ-клубах Европы. Сборная Австрии – хорошо сбалансированная команда, где игроки играют в Бундеслиге. Фаворитом по линии является сборная Австрии. Матч, скорее всего, будет ничейным. Мой прогноз на этот матч – у меня целых два. Это тотал больше двух за коэффициентом 1,6. Или обе забьют за коэффициентом 1,9. Всем пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.